повезло, в принципе. Ему действительно повезло. У парня перелом шейного позвонка, спинной мозг поврежден незначительно, а значит, шанс встать на ноги есть. Другие ныряльщики, что сегодня лечатся в областной больнице, скорее всего, навсегда останутся прикованными к кровати. Как правило, эти травмы, если больной выживает в остром периоде, требуют хирургического лечения и очень длительного восстановления, если есть перспектива восстановления. Часть больных, к сожалению, никогда не восстанавливаются. Как говорится, 10 раз нырнул ничего, а на 11-й. Последний раз он нырял 14 лет назад. Теперь Сергей Скачков выходит из дома только на инвалидной коляске. Пляжи и дачный отдых заменили молодому человеку компьютер и увлечение графикой. Я вот до этого, как вот травму не получил, я вообще даже не знал, что вот люди ныряют, что вот ломают позвоночники. Даже как-то не задумывался, ну, вроде, как обычно, все ныряют и ныряют. Самое страшное, что при такой травме человек не может самостоятельно выйти из воды. При повреждении спинного мозга наступает паралич конечностей и останавливается дыхание. Своевременная первая помощь – залог спасения, но зачастую оказать ее некому. К примеру, в затоне купаться запрещено. Сложный рельеф дна и сильное течение – это солярий. Соответственно, и спасателей нет. 28, 29, 29,5. Прежде чем зайти в воду, они обязательно разогревают мышцы и суставы. Профессиональные спортсмены без разминки не прыгают. Да и нырять специалисты рискнут не везде. Заканчивается у нас учебный год, дети отправляются с родителями на турбазы, на отдых. Мы им категорически запрещаем нырять. У нас есть специально отведенные места для этого, это бассейн, где определенная глубина. И нырять на водоемах или прудах, или на речке я бы не советовала вообще. На озере Сазанка перед каждой сменой спортивного лагеря дно осматривают водолазы, проверяют, чистый ли песок и какова глубина. Обычные же отдыхающие перед прыжками даже в воду не всегда заходят, как результат серьезной травмы. В этом году, по данным медиков, их в разы больше, чем обычно. Ксения Перекосова, Олег Буланов, новости, телеобъектив.